тебе вода. Просто. Да, вот эти, видишь, там круглые, это другой формы, это разное назначение для разных продуктов. Вот это вот не сюда, вот вызовут, то есть вот это что-то тоже хранили. Выдумная, которая явно была какая-то емкость. Угу. Тоже была емкость. Мы продолжаем свою экскурсию по древнему городу, греческому городу, на территории Фиолента. Снимать. Так, здесь вот еще какая комнатка была. Я стараюсь. Ну, здесь просто камни валяются. Туда, хотя бы к себе. Хорошо, давай. Все, давай. Это как жилые комнаты. Там какое-то полукруглое помещение было. Это, возможно, ритуальное. Говорят, очень интересно, археологам тем более. Вот камни собрали. Тема были разбросанные камни. Кружится. Кружится, все. Все.
видео заканчиваю. Приходите в эти места, все очень-очень интересно.